звездами станет. Ничего, блин, что к чему вообще? Звезд. Зачем так делать? Я вот так не список мастеров, которые оказываются. Цена 5000 рублей. Расходы, затраты. Вот телефоны девушек, время, с которого по какой они оказывают интим-услуги. Кто-то продлевается. Вот у вас. Отчет о работе администратора девушки скидывают. Вот, видимо, список клиентов с телефонами. Кто остался, кто перезвонит. Сервер, видеофиксация. Да, все да, фиксируется на микровидеокамеру. Стрит-бар, боди-массаж, место отдыха, телефон. Вы будете присутствовать? Блин, подпишите, вы не подпишите, разницы нет. Он просто в присутствии понятых сейчас мы напишем, что вообще. Что его слушаем? Ой, будете изымать, Татьяна, где изымать? Да, изымем презервативы. Кому, смазки, да? Кому столько нужно? Презервативы, смазки. Всякая такая, такая тема. Бонусы девушкам. Только один. За услуги. Вова, тащи пакет. Там девчонки пить. Так, 7 листов. Брат, то, что изымают? Нет. А черный еще. А, ну я же спрашивал, ну он же не чайник, который был. Два телефона. Два телефона, два работника. Сравнивать, кто ходил, кто не ходил. Матушка. Что это? А? Это фишки покера. Ладно, будем проверять. Ой, что там? Ой, столько презервативов. Подожди, нам уж экспертов. Подойдите. Подойдите. Девчонки хотели убежать, всех поймали. Сейчас обувь проводим. Денежные средства. 15 июля, 6-12.
15 тысяч июля, 5-12. 21 тысяча июля опять. О, за сегодня график. Да, Рома, бар, 1000. Костюм кожаный. Ну ты же знаешь наверняка, что это такое. Две сексуальных игры.